О! Посмотри-ка, подъемник работал все это время. Она даже кое-что добавила, но... похоже... И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер. И сегодня так уж получилось, что я записываю Лару Крофт, пока у нас с вами нет еще интернета. Спасибо компании Vion. Если кто не знает, вбейте, сразу поймете, что за марка. Почему я, кстати, называю ее именно ее настоящим названием? Потому что никто его не знает, кроме акционеров. Так вот, сегодня мы продолжаем записывать Лару Крофт. Я сейчас уже успел снять небольшой анбоксинг. Завтра выйдет продолжение Лары Крофт. Там нас... не буду спойлерить. Это я его записывал еще в период отпуска. Сегодня я продолжу с вами сейчас записывать. Так что, по сути, те, кто смотрит во вторник, у вас сегодня свежачок. Ребят, спасибо всем, кто пишет комментарии. Буду всем очень признателен. Приятно видеть, что вам нравится прохождение. И мне интересно, что у нас сегодня будет с Бабой-Ягой. Ладно, по традиции вы меня знаете. Вебку выключаю, с вами не прощаюсь. Погнали! Погнали, погнали, погнали. Погнали вперед мы судьбы. Погнали, погнали, погнали. Да. Давай уже. Ой, да ты издеваешься. Только сейчас проверял. Во, все, извиняюсь. Надо будет забыть это вырезать. Если не забыл, извините. Так, продолжаем, нажимаем. Идемте искать местную Бабу-Ягу. Продолжим с Бабой-Ягой. Возможно, смотрите, ребят, поскольку я сейчас просто занимался монтажом еще всего подряд. Не знаю, успею ли я смонтировать в течение недели. Вот прохожу... Нет, не знаю. Конечно, все знаю. Конечно, все знаю, поэтому смонтирую. Никаких проблем нет. Так. Конечно, все знаю, поэтому никаких проблем не будет. Давай, Лара, загружайся.
наконец-то. Это не забыть вырезать. Извиняюсь, тут просто очень долго шла загрузка. Я, скорее всего, это обрежу. Ну, в рамках загрузки, поэтому ничего не потеряйте. Так. Настолько все долго загружал, что у меня аж джойстик отключился. Дожили! Во, заработало. Заработало. Надо просто его вглубь засовывать. Прям вглубь запихивать. Скорее всего, там что-то, видимо, рас... Да ты опять, что ли, издеваешься? Ну-ка, только сейчас тебя засовывал внутрь. Ну-ка, давай, нормально. Ой, походу, там, видимо, что-то распаялось, я так понимаю. Как могу судить. Он, кстати, у меня еще... О, да. Походу, распайка случилась. Ладно, не страшно. Давай. Ну давай же. Так, если... Все, заработало. Так, что у нас там, да? А, надо забрать, значит, смеси для Бабы-Яги. Надо забрать, в общем, надо забрать все. Нам вон туда надо с вами. Вон туда. Да, можешь нормально показывать? Вот серьезно, я немногого прошу-то. Так, нам с вами вон туда. Можешь, конечно, наверх подняться. В общем, у нас и сюжет, и красота, и лебеда все в одном месте находится, как всегда. Так. В общем, давайте сюда. Тут, видимо, где-то должен быть подъем, я так понимаю. Подождите. А, мы тут открывали. Там что-то валялось. Здесь у нас какой-то трос. Для чего? Это вот тут был забор, я его открыл. Надо понять, куда мне идти. Так, там... Там много хлама. Гробница испытаний. А, кстати, внизу гробница, если что. Ну, туда мы в любом случае сами сходим, но не сегодня. О. Здрасте. Лара и ее новая подруга. За принтскрином. Не каждый день находится у Лары новый... О, ясно, нам сюда. Так, и нам вон туда. Так. О, сколько тут всего. Чистим, моем, блестираем. Мусора весьма великого. Нашла. Смешиваю ингредиенты. Что там с патрулем? Только что послушал их переговоры. Они уже в пути. Где они? Они... О, нет, идут прямо к тебе. Попробуй проскользнуть мимо них, но я боюсь, уже поздно. Прости, Лара. Тоже мне укрытие себе выбрали. Давай, забирайся уже. Давай, облутываем их всех. Где второй? Так, вижу. Да, он мертв. Враг под обстрел. Да хватит выбегать на открытую позицию. Он ко мне лезет. Ты больной, что ли? Они хотят меня скинуть отсюда. Ты не дам ей... Не надо мне ничего курить. В голову. Вот не зря прокачивал выстрел в голову. Вот не зря. Парень, ты где? Поберегись. Я берегусь. Ложи. Могу я их сбивать, кстати, такой вопрос? А, могу! 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 Не скажешь,
скажу, что прямо горю желанием. Если сработает, то я сделаю себе и встречусь с тобой в долине. Я дам тебе знать, как доберусь до туда. Так. Ладно, давайте мародерствовать. Так, первый есть. Где... О. Это я возьму. Это я возьму. Ну вот, материалов реально много. Это мне нравится. Так, стоп. Раз, два. А где третий? Тут еще один был. Тут четверо валялось. Вы что, мы его третьего сожрали? Или он, может, наверху был? Нет. Наверное, в текстурный мир попал. Ладно, нас сегодня Баба Яга. Нас сегодня Баба Яга, нам не до священного говна. Кстати, надо бы, конечно, еще... Давай уже, ну... Реально... Походу, надо переходить на беспроводные. Провод где-то, видимо, перегибается. Я не знаю, только где. Давай. Прям беда какая-то. Вот всего... Что ни день, то прям катастрофа. Прям форс-мажор там в форс-мажоре. Давай уже. Сейчас попробую его еще раз включить. Подключить. Все, вот, вроде есть. Постараюсь как-то вот не менять особо положение, чтобы все у нас уходило. Так, по экипировке можно что-то сделать дополнительное. Ну, патронтаж мне он вообще не сдался. У меня нет дробаша. По оружию. Пистолет, пулемет, винтовка. И деталей не хватает. Это надо с них собирать. Модифицированный ударник бы не помешал бы, конечно. Давайте пока винтовку возьму, если никто не возражает. Мне почему-то с ней спокойнее. Мощь у нее быстра. У нее есть лазер. Видите, лазер. Так, взял, прицелился, готово. Все хорошо. Все прекрасно. Так, куда нам сейчас? Баба Яга, ты где сейчас? А, нам теперь обратно, да? А, это... А, точно, мне через базовый лагерь надо перемещаться. Я и забыл. Я столько не записывал времени, что я реально забыл. Так, быстро переход, пожалуйста. Да, переходим. Ну, это реально быстрее, чем ползти по всем этим горам, долам и всем остальным. Ой. Я постараюсь сегодня отснять как можно больше Лары. А потом буду, скорее всего, перепаивать. Вот, вот здесь я заметил, что небольшой отходняк происходит. Ну, это болезнь любого проводного геймпада, ребят. Это нормально, это нормально. Я геймсиром все равно доволен, он очень удобен, но... Походу, пора лечить. Не зря закупился припоем. Не зря закупился припоем. Не зря закупился хорошим паяльником и флюсом. Вот как... Вы знаете, вот что не делается, все к лучшему. Всегда что-то есть. Во! Заработало. Извиняюсь. Ну, просто реально, болезнь Кимсира, видимо, началась старенькая. Ну, эту все болезнь мы знаем, ребят. Мы все ее знаем. Все но через эту... На две дозы. Надо использовать с умом. Тогда я лучше автомат возьму. Ну, просто если шутем к Бабе Яге... Мне винтовка нравится, но... Какие но? Нетушки, нет, 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 с винтовкой идем. Сначала с винтовкой. Ну и давайте... Сразу сохранимся. Знаете, мне что кажется? Я сегодня и так планировал записывать в любом случае эту битву. Вне зависимости от того, был бы интернет или не был. Но чую... О, стоп.
очки друзей появились. Так, походу интернет возобновился, хорошо. Надеюсь, на постоянку. Ну или это к телефону, подключение пошло. А, нет, это телефон. Это к телефону, у меня просто раздача идет через телефон, но она слабенькая. Так, пока вроде живы. Стало, ну не сказать, чтобы нормально, но хотя бы не так, как раньше. Это хорошо. Я тоже сделала противоядие себе и дедушке. Если мы его найдем, я иду к тебе. Красота. То не место, то картинка. Кстати, сколько цветов здесь растет. И это Сибирь, зима. Как они тут вообще растут, я не понимаю. Пугало. О. Ну, конечно. Но все равно же из человеческих голов. Лара, как ни крути. Кстати, зато было очень мило. Добрый день, добрый день. Я по записи. О, что-то валяется. Неужели это тоже место? Я здесь заблудилась. Ничего. Когда я не мог больше терпеть муки совести из-за работы в лагере, я бунтовал. Тут крал отвертку, там терял документ. Ничтожные поступки, которые все равно ничего не решали. Однажды меня поймали за очередной такой глупостью. Твоя бабушка, Серафима. Она заступилась за меня, взяла на себя всю вину. Ее жестоко избили. Но я был спасен. Когда я нашел минуту, чтобы ее поблагодарить, она плюнула мне под ноги и сказала, что я рисковал жизнью зря. Побуждала меня сделать больше. Надя, ты так на нее похожа. Сначала я считал ее жестокой, а она совсем не ценила мое мелочное неповиновение. Это место... Лагерь. Он подавлял надежду и пожирал остатки достоинства. Она объяснила, что если я не боролся изо всех сил, то становился соучастником творимых там зверств. Она потребовала от меня честности, потому что знала, что я могу быть честным. Никто до сих пор не проявлял ко мне такой доброты. И я полюбил ее за это. Хорошая история любви. Геймсер, ты опять... Так, я, конечно, не против сыграть на клавомыши тогда уж. Но кто когда с гарантией, что ведьма не наложит проклятие и там? Так, геймсир, давай-ка. Потому что я просто в эту игру ни разу не играл на клавомыши, и адаптированности у меня нету особой такой. Ну-ка. Давай-ка. Есть. В общем, нужно время, чтобы он подключился еще. Нам туда, но сначала здесь все смотрю. О. Ничего. Только лес. Все было как наяву. Сейчас все здесь изучим, потому что место явно большое. Место явно полное сокровищ. Поэтому лучше все изучить, все собрать, все забрать, никому ничего не оставлять и наслаждаться вкусняшками. Кстати, напишите в комментариях, с чем вы смотрите Лару Крофт нашу. Я имею в виду, что кушаете, что пьете. Ну или... Ладно. О, наконец-то, что-то дельное. Это снаряжение. Все наперекосяк. Старик в долине пропал. Фишер пропал, Паркер пропал. Просто исчезли. И ни следа. Не верю своим глазам. Мерещится всякое. Трупы. Еще чего похуже. Ходячие штуковины такие огромные, что застилают небо. И не понять, что реально. И есть ли реальность. В глазах ли дело? К черту глаза, руки у меня уже не дрожат. Первым пойдет Биллинг! Стой! Замри!
прошлый раз я его даже не заметила. Но нет. Трупов нет. Может, они еще живы? А, чтоб ты сама хочешь убить? Зачем, Лара, тебе лишний геморрой? Пусть это жена деда справится. Я вам говорю, это, скорее всего, есть жена деда. Надя, что тебе известно о здешних руинах? Люди сторонились долины еще до того, как там поселилась ведьма. Предки строили там часовню, но с ними что-то случилось, и с тех пор туда несколько поколений никто не заглядывал. Будь осторожна. Видения видениями, но там все равно очень опасно. Нахожу всего по чуть-чуть. Но волки были реально настоящие. Подождите. Просто убедиться, что они не спят. Да, это мертвые. Лар, дай-ка сейчас мы тут еще... Я пробегу, может быть, я где-то сбоку что-то еще не заметил. Потому что вот тут заход. Есть что-нибудь? Нету. Но опять же вопрос. Что было избушкой? Ну не может избушка на курьих ножках сама появиться. А-а-а. Умно. Соберите все ведьминские фонарики. Их 10 штук. Может, и там было, кстати, парочка. Давайте-ка глянем. Ну вот там я еще один видел. Вот он. Насчет там не уверен. Внизу. Так, подождите, дайте-ка я вернусь. Может, там где-то был ведьминский фонарик, а я просто его не видел. Ну, было бы обидно упускать. Так, там я его снял. Может, здесь реально где-то есть ведьминский фонарик, а я его не наблюдал. Все же может быть. Логично, логично. Чтоб мне не бегать лишний раз. Туда-сюда. Вот, видите, например, тут чучело есть. Наверняка же и фонарь где-нибудь запрятала. Я не знаю, эти же старые гыры, эти сани карга. Они же сами по себе не отмечаются, а их надо высматривать. Например, может вот здесь где-нибудь. Вот я сейчас вон туда смотрю. Кстати, но вот здесь... Вот тут, кстати, не работает почему-то зона выделения. Что странно немножко. Это, походу, зона прогрузки, так понимаю. Это зона прогрузки получается. Ну, это уже который эпизод записываю. Но это... Так. Ладно, идемте, идемте. Сейчас гляну. Так. Так. Может, где-то вот здесь. Я чую, что где-то вот здесь был один фонарь. Вот. Хотя не факт. Может быть, она... Может быть... Вот. Вот вы знаете меня. Я такой привереда, когда речь заходит вот за... Для, за поисками вот таких вот вроде бы мелких, незначительных деталей. А в результате потом иду, ищу и собираю все это дело. Так, ладно. Давайте сейчас еще раз вот так вот быстренько осмотримся. Ну, в принципе, они горят, они изучают огонь. Давайте вот так вот быстренько сейчас осмотримся.
Кстати, РТ. Это я сразу открою, потому что надо же будет лазать потом наверх. О, там внизу что-то лежит. Надо не забыть взять. Кстати, я там вроде прыгал, бегал. Я бы взял, почитал бы. Она бы подождала бы. Ну что, чтение полезно. О! Там что-то есть. Там что-то горит. А что горит? Ой-ой-ой-ой. А, Лара. А, нам не давал это вылезти наверх. Просто. Во. Видите, я же говорю, что-то горит. Так, давайте посмотрю. Да, он отображается. То есть эти фонари отображаются. То есть если... Ну, не сами фонари, а то, за что они держатся, за что они висят. О, вон там, кажется, вдалеке есть один. Но я не уверен. Масло на земле. Вот тебе и волшебный огонь. Ну, извини, зато сколько их? Посмотри, сколько шкуры. Мне, конечно, я думал, это баргестры были. Кто смотрел с нами? У нас шкур уже тонны. Мы решили дождаться весны. Делали запасы, составляли карты, планировали. Я пристроил ее на работу в помещении. Она помогала мне придумать, как замедлить жернова лагеря. Сломав гидравлический лифт, я мог уберечь сотню людей от дня работы в руднике. Перерезав проводку в нескольких грузовиках, можно было на целую неделю приостановить особые работы. Я шел на большой риск. Но после встречи с твоей бабушкой я больше не мог закрывать глаза на творящееся вокруг. Мы понимали, что ребенок усложнит наш побег, и она скрывала беременность до последнего. Да ладно. А потом они неожиданно забрали ее. Нашу дочь отдали кормилице из заключенных, а Серафиму увезли в долину. Я пытался их остановить, дрался в открытую, стоял на пути грузовика и был готов убивать, лишь бы ее спасти. Молодец. Но их было слишком много, когда меня тащили прочь. Я кричал ей что-то на прощание. Не знаю, слышала ли она. А это, скорее всего, и была эта самая женщина. Вот я вам говорю, это и была она. Это и была та самая старуха. Это и была та самая старуха. Мне бы сейчас бы найти какой-нибудь лагерь, если честно говоря. Просто столько волков лежит. Не хочу это все терять. Можно где-нибудь лагерь, пожалуйста? Хоть какой-нибудь. Я вошла в руины. Что-то не похоже они на часовню. Тут какой-то механизм. Веревки, деревяшки. Основатели по всей долине понастроили подъемников для перемещения людей и грузов с вершины на вершину, но от них почти ничего не осталось. Наверное, это и есть такой подъемник. Попробуй подняться наверх. Я уже близко. Я в ущелье. Когда доберусь, скажу. Так, а здесь получается... Слушайте. В поисках Еги. Так, а где-то здесь ведь можно было бы подняться. Видите, вот здесь есть трос... Зона для крепления троса. А куда... А к чему целиться мне? Давайте искать. РТ. О, это не то! Так. Походу нам туда. Так, что-то мне кажется, да, это была дурная бы идея. Я ругаю автоматом, ну да, да, да. Так где? Где эта кнопка? Ага. Так.
Вылезай, Лара! То замерзнешь насмерть у меня тут. Слишком рано. Слишком рано, слишком... О, тут, кстати, еще есть система подъемников. А тут не залезешь, все скользко. Вот там придумывают же всяких. Нет, конечно, я погибаю. Это типа защита, система обороны. Почему бы и нет? Давай, 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 давай. Бегом! А! Черт! О, там... А, тут тоннель есть. Давай-ка заплывем, посмотрим, что здесь. Вот это необычно. О, я пропустил. Мне оказана величайшая честь руководить возведением храма, посвященного ученикам. Строительство ведется прямо в долине, на границах недавно основанного города, а попасть туда можно через отдаленное ущелье. Природные водопады и горячие источники дают нам удивительную возможность объединить знания, чтобы создать место для тихого поклонения и размышлений. Оно прославит не только учеников, но и наши новейшие достижения в зодчестве. Мы уже превзошли оставленную империю. Утром мы прибудем на место и заложим фундамент храма в честь прошлого и будущего нашего города. Ну, неплохо. Империя-то имеется в виду... Ну, вроде у нас тогда еще не было империи, у нас было только княжество, так что, скорее всего, они имеют в виду проримскую империю, я так понимаю. Мне вон туда надо сейчас. По-хорошему. Но чтобы туда пробраться, мне надо подняться туда. А оттуда, скорее всего, я смогу подниматься туда. Ну, либо куда-то еще. Я пока не вижу другой точки сцепки. Реально, я другой точки пока сцепки не наблюдаю. Кстати, фонари тоже, между прочим. Что немножко бесит. О! Как тебя пропустил? Темно. Остальные снаружи. Слышу их тяжелое дыхание. Просветление, но лишь на миг. Их приходит все реже. Мы все больны. Отравлены. Или еще чего. Неважно. Не помню, зачем мы здесь. Не помню, откуда пришли. Едва помню, кто я такой. Тут кто-то еще. Ходит, пока мы ползаем и рыдаем. Какой-то дух. Богиня. Демон. Она шепчет, а мы слушаем. Слушаем. Кстати, если кто не знает, в языческой мифологии Баба-Яга далеко не была старухой. И при этом она еще была хранительницей домашнего очага. Так вот в каком-то плане он не ошибся, а богиня. Он не ошибся, это реально была богиня в прошлом. Давай, есть. Можешь не подняться, кстати, поразобраться, что там да как. Вот тут, кстати, трос какой-то тоже есть. Но доцелиться до него навряд ли смогу. Надо разобраться с головоломкой. Надо разобраться с этой головоломкой. А, нет, в него я попасть как раз-таки могу, этот трос. Но... А почему вот здесь, кстати, есть такая возможность с него попасть? Давайте попробуем. Может, его можно скинуть? Нет. Скинуть его нельзя. Так. Это не сбивается. Ну нет, надо проверять, надо пробовать все варианты.
Но мне, кстати, реально нравится местный музончик. Я понимаю, что мне нужно каким-то волшебным или псевдоволшебным образом попасть вон туда. Но для этого мне нужно... Я понял! Только сейчас дошло! Сейчас пока... Сейчас объясню. Так. Давай, давай. Есть! Вот! 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 А я-то думаю, что, где, когда, почему, зачем и как. Меня вот это вот, кстати, смутило. А вот, а ларчик-то просто открывался. Я думал, зачем это здесь. А, ну, хотя это, опять же, не совсем логично. Так, теперь здесь. Во что целится тут мне? О. Ну, заметьте, она как-то под другим углом сделала. Может, удастся к чему-нибудь это прикрепить? Я вот тоже думаю, только вот к чему? О! Что-то есть. Ну это сейчас будет съезжать, а... Надо как-то перейти на ту сторону. Вот сделали целую систему. Так. А чтобы перейти на эту сторону, надо уравновесить вот эти, наоборот. Может быть, по веревке заберусь? Кстати... А вариант неплохой. Я пока вот это подниму еще раз. Так, Лара. Давай. Нет, по веревке здесь не получится. Нельзя ли поднять и закрепить эти площадки, чтобы туда перейти? С одной стороны, можно. Хоть... А, я понял, о чем ты. Прыгнуть так, чтобы она... Подожди. Ну-ка, чисто технически, проверка. Здесь же не зря вот сделали такой постамент. Логично? Логично. Ну-ка. Да! Ответ да. Вот и все. Вот ларчик просто открывался. Так. Вот и готово. Вот и все, ларчик просто открывался. Потом мы перебираемся по этим площадочкам. Вот и все. Слушайте, походу целый эпизод будет посвящен одной головоломке. Но зато какой! Вот это мне нравится. Вот это настоящий дух Tomb Raider. Хотя... Извините, территория как бы бывших... Так, а здесь надо немножко, наверное, приподнять все-таки. О, вот что такое. Что-то валяешься и ничего мне ни слова не думал. Выровнять-то я их выровнял, но подняться все равно не получается. Надо чуть повыше.
Так. Я стараюсь геймсир, знаете, ребят, вообще сейчас держать так, чтобы... Ну, просто у него началась эта болезнь. Во. Вот так вот будет нормально. Я рад, кстати, что Лара здесь подсказывает. Но я это в выгоду. А еще я рад, что эта штука здесь с нами. Жалко, что вот это нельзя закрепить дополнительно. Та-та-та-та-та-та-та. Глажим кимсировский сосок. Лучше беги. А! Да, вот спасибо, он побежал. Лучше беги. Я в твоем месте лучше бы не бежал, а поднимал бы все. Кстати, заметьте, что веревка-то сама не накручивается. Давай, есть. Давай, есть. Есть, забрались. Я на вершине, Надя. Я тоже еще почти добралась. Не ходи никуда без меня. Ладно, не хожу. Жду тебя. Давай, Наденька, иди к нам сюда. Так. Походу придется сегодня консил отменять. Ну, чтобы не отменять там с вами кооператив. Потому что, ну, многие хотели сегодня кооператив-то. И главное, чтобы у нас все просто заработало. Хотя бы для начала бы. Чтобы интернет появился. Потому что у меня сейчас идет раз... О! Здрасте. О! Посмотри-ка, подъемник работал все это время. Она даже кое-что добавила, но, похоже, веревки совсем сгнили, им недолго осталось. Нужно лишь подняться и спуститься. Рано или поздно. Ты уверена, что это вообще работает? Ну, кстати, теперь мы знаем, как выглядит избушка на курьих ножках. Переместиться в гондоле. Я не против перемещения в гондоле. Проверить, работает ли эта штука. Нет, не хочу. Инстинкт самосохранения, знаешь ли. Вещь полезная. Рекомендую приобретение. Так, ладно, ну и как мне ее управлять? Попробуй потянуть тот рычаг на платформе. Вдруг заработает. А, ты имеешь в виду вот еще раз, что ли? Да, поехали. Ну, Наденька, что скажешь? Кукареку, баба-яга? Ты у нас зигзаг-бакряк. Умная это ваша ведьма. В долине все работает на образ Бабы-Яги, а пыльца довершает дело. Прошлый раз подъемник выглядел совсем не так. А как? Как избушка на курьих ножках. Все как в сказке. А без пыльцы просто старый механизм. Извини, я так верила в дедушкину сказку. Она же в России выросла, сказки знала хорошо. Надя, а твой дедушка часом не может ее знать? Он ведь сидел в лагере, ты сама говорила. Не совсем, я не про это говорила. Дедушка был охранником, а бабушка заключенной. Она была гениальным ученым, и ее привезли в долину, чтобы разобраться с чем-то там в руинах. А потом появилась ведьма. Дедушка так себе этого и не простил. Смерть ведьмы ее не вернет. Но я понимаю. Есть, успел. Будем надеяться, мы доберемся до него вовремя. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Черт. Не успел. Вот, кстати, еще один идет. Есть.
Сколько там осталось? Я не успел. О, нет! Лара, ну ты куда? Гребаные подъемники. Но мы добрались, кстати, если что. А, нет, не добрались. Ну ладно, прокатимся еще раз, послушаем еще раз байки и истории. Чего нет-то? Попробуй потянуть тот рычаг на платформе. Вдруг заработает. Тяну! Кстати, заметьте, огоньки-то исчезли. Значит, вон там огонек. Вон там огонек был. Умная это ваша ведьма. В долине все работает на образ Бабы-Яги, а пыльца довершает дело. Угу. В прошлый раз подъемник выглядел совсем не так. Как избушка на курьих ножках. Все как в сказке. А без пыльцы просто старый механизм. Извини, я так верила в дедушкину сказку. Она же в России выросла, сказки знала хорошо. Надя, а твой дедушка часом не может ее знать? Он ведь сидел в лагере, ты сама говорила. Не совсем, я не про это говорила. Дедушка был охранником, а бабушка заключенным. Ее привезли в долину, чтобы разобраться с чем-то там в руинах. А потом появилась ведьма. О, вон там. Дедушка так себе этого и не простил. Смерть ведьмы ее не вернет. Но я понимаю. Будем надеяться, мы доберемся до него. Черт! Вот знал, где находится. Но вон там еще какой-то свет. Ладно, я буду надеяться, что нам дадут возможность. В конце концов, не каждый же раз мне ехать на этом фуникулёре. Дай-ка я. Дедушка, ты меня слышишь? Я пытался спасти ее, но не смог. Тихо-тихо. Я побуду с ним, Лара. Время пришло. У тебя осталась всего одна доза. Не потрать ее зря. Я сейчас буду собирать кусочки этого вот безумия. Так, где-то здесь еще я видел символ Бабы-Ёшки. Так, спокойно держимся. Может, он под нами, потому что я его не наблюдаю. Так, это дед. Это точка сохранения. А я могу запустить вот эту вагонетку еще раз? Только в обратном направлении. Просто реально. Вот... Знаете, сейчас хитрю. Прости, Лара. Ну, чему бы и нет. Я хочу собрать все. Я очень упрям. Не дают. Вот не дают Жадоморы. Но там где-то у нас еще находится один кусок этой Бабы-Яги. А, вот он. Надя, сейчас, подожди. Вот, есть рычаг, я думаю. Должен же быть. Ну не ехал же он в одно направление все это время. Кстати, заметили, там блестяшка. Сейчас мы еще ее закопаем. Я быстро. Вот там, кстати, был, по-моему, еще.
Это у меня что? Так, это, по-моему, у меня мурашки. Это, по-моему, углики мне пошли. Отлично. И как я в это должен попасть? Это что за лак 39-е кукурикатство? Ну, зато платформа работает, это хорошо. Но он так медленно работает. Реально очень медленно. Немножко бесячий, даже бы сказал бы медленно. А сколько у меня там осталось-то? Над гнездом кукушки. Ага, у меня остался тот последний, получается. Что? Это как? Это как? Ничего не понимаю. А, ну здесь какое-то сокровище было. Я ничего не понимаю. Это что сейчас такое было? Какой-то баг, что ли? Дающий типа вернуться? О. Прыжок веры. Возведение храма продолжается. Мы решили построить его над долиной, высоко в скалах, над рекой. В низинах, где мы добываем камень, мы построили канатную дорогу, чтобы отвозить грузы прямо к храму. При всех наших успехах, я все же не могу умолчать и о дурных предзнаменованиях. Мертвый двухголовый волчонок, которого я нашел в лесу, странные звуки, которые никто не может расшифровать, и убийство, первое в нашем городе. При обрушении бокового прохода пропали двое рабочих. Мы считали их погибшими, но через два дня один из них нашелся, обезумевший и весь в крови своего товарища. Нам не привыкать к насилию, но я не могу отделаться от чувства, будто мы пересекли какую-то невидимую запретную черту. Да, у вас тут все галлюциногенов нанюхались. Это плохо. Кстати, зато мне наконец-то, знаете что? Они сделали наконец-то пещеру. Пещеру за водопадом. В кои-то веки. Так, ладно, давайте сейчас проедемся и собьем все-таки вот эту заразу. Радует, что... Я надеюсь, хоть может быть сейчас она нормально будет работать. Вот, вот сейчас она зафиксирована как надо мне. Хотел бы я сказать. А во что мне целиться-то? Где камень? А он вон там. А он там. Так, давайте мы сейчас доедем. Я сохранюсь. Я сохранюсь. И поднимемся, и перезагрузимся. Мне кажется, это баг. Хотя бы вот этот эпизод я досниму. Остальные буду, наверное, по утрам записывать. Если у нас ничего не выйдет. Сегодня с интернета, может быть, запишу еще парочку. Просто реально. Вот реально, вот зараза, конечно, вот. Вот говорю вам, это все баба-яга. Это все баба-яга местная.
Это все местная бабьяга. Так, давайте вот тут пока я сохранюсь. Сохраняемся. Давай. Ну, конечно, забавный баг у нас вот с этой... Давай, пусть прыжка. Отлично, пришвартовалась. Теперь. Делаем как? Выйти. Да, выйти. Мы сохранились. Теперь мы сейчас войдем. Благо, выйти в главное меню недолго составляет труда. Так. Продолжаем еще раз. Последняя попытка. Ну ладно, какая последняя? Попробуем сейчас. Мы перезагрузились, мы вошли. И давайте добивать эту заразу. Нам остался только один тотем. И закончим на этом на сегодня. Я думал, сегодня же будет сразу битва с Бабой-Ягой, с этой гребаной ведьмой. Ха! Фигушки. Кстати, зато это объясняет, почему дед живой лежит себе спокойненько у каминчика. Тепле, в уюте. Ну, относительно, конечно, но уюте. И поднялся он. Да. Причем, кстати, у дома Бабы-Яги, между прочим, заметьте. В этой избушке. Так что, ребят, вот как ни крути. А ведьма-то любит деда до сих пор. Так, вот здесь. Пожалуйста, будь не глюченный. Я и так в Сирии пропустил один хороший момент. Есть! Над гнездом кукушки пройдено! Кукареку! Уф! Аллилуйя! Так, все, идемте к Надежде. Ну и заодно изучим местность. А нам надо туда. То есть, получается, у нас Баба-Яга протянет на несколько эпизодов вперед. Ну, и не стар. Что встало? Ты меня так не пугай. Двигаемся, двигаемся. Так, зайду-ка лучше внутрь. Так, я местный Лара Крофт Макряк. Зигзаг Макряк. Ларин Плащ. Только свистни, он появится. Ларин Плащ. Ну-ка, Вескер от винта. Так, здесь пусто, там огонь, там огонь. Ну! Кстати, должен признать, красивый храм строил Баба-Яга-то. Так, вы как там? Давайте, составьте мне компашку. Нас... Давайте навыки... Так, нет, сюда не глянем. Так, заметьте, кстати, нас теперь нас... Так, дед. Так, во-во-во. Навыки. Нас теперь трое. Так, давайте смотреть, на что потратим. Смертоносная сила. Скрытые добивания мне сейчас не нужны. С уклонением. Опытный дуэлянт проводит... Продлено время проведения атаки с уклонением, что повышает количество опыта. И повышение количества опыта, получаемого в случае успешного удара сбоку. Скрытая сила. При получении количественного урона здоровье мгновенно... А, у меня еще... А, подождите, она у меня есть. А, подожди, вот это у меня прокачано. А, вот это вот. Слушай, светлое у меня не прокачано. Шкура. Бесшумное приземление. Вот не знаю, значит, бесшумное. Адреналин. Бесшумное убийство. Удар сбоку. Санитар. Сильнодействующее средство. Не знаю. По поводу охоты. Тройной выстрел, вот это хочу. Но это охотница. Стальные нервы. Плавного прицеливания. Знаток лук. Добивание противника из лука в ближнем бою. Вы увеличиваете шансы найти на его теле особые стрелы. Нажми... Особые стрелы?
Экспансивный пули. Кстати, экспансивный пули — это очень опасная вещь, если что. Слушай, такая красота, естественно, испытатель. Гранаты? Так, а вот это я возьму, наверное. Почему бы... Вот давайте гранаты. Мне они, кстати, не помешают, столько говоря, время от времени. Почему бы и нет? Нет, а чего нет-то? Реально вот не повредит. По оружию, что у нас здесь? Так. По луку. Все. Но там нужен нам этот набор мастеров. Мы разве что сможем прокачивать только у винтовки. Это и то не у всех. А как это золотая, кстати, у нас? А тут... Подождите. А в рюкзаке у меня только 6, да? 11. Ну вот... Все равно буду вот с этой винтовкой. Да, она медленно стреляет. Да, да, да. Все это прекрасно знаем. Ну, так или иначе, ребят. Давайте на этом сегодня закончим. Я потом еще сделаю сохранение здесь аккуратненько. Поэтому, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Извините, что вожусь с геймсиром. Но я, наверное, сегодня ночью буду его паять еще. Ну, или успею... Если у нас интернет не возобновится, то, наверное, припаяю тогда сейчас. Потом буду записывать всю ночь. Еще несколько эпизодов. Но если не... Ну, в общем, разберемся. Все зависит от того, как свершится проклятие безумной бабы-яги. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось. Поставь лайк, если понравилось. Напиши комментарий. Буду очень признателен. Ну, а с вами был Вескер. Umbrella Tai-Ching. Лара Крофт, Безумный Дед и Надежда. Вот здесь сбоку она у нас. Сейчас, может, покажу. Во. Во, видите, вот, вот подо мной. Надежда, наша. Что ж, ребят, всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся. No!